Добрый день, дорогие друзья! Сегодняшний видеоролик посвящен Леониду Куравлеву, советскому и российскому актеру театра и кино, заслуженному артисту РСФСР, народному артисту РСФСР. Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве в семье Слесаря авиазавода Салют и Парикмахера в раннем детстве потерял отца, а в 1941 году его мать выслали по ложному обвинению на север в поселок Зашейк Мурманской области, где она со своим сыном прожила несколько лет на берегу озера Имандра на Кольском полуострове. В школе Куравлев учился плохо, особенно трудно ему давались точные науки, математика, химия и физика. Двоюродная сестра посоветовала юноше поступить во ВГИК ради шутки, заметив, что экзаменов по точным наукам туда сдавать не нужно. Конкурс был огромным, и первая попытка Леонида окончилась провалом, но мечта прочно засела в сознании. Два года Леонид работал, а потом поступил во ВГИК, который он окончил в 1960 году. В кино Леонид Куравлев дебютировал студентом, сыграв солдата-сапера Морозова в фильме «Сегодня увольнения не будет». Параллельно начинающий актер снялся в дипломной работе Василия Шукшина из Лебяжьего сообщают и в приключенческом фильме Мичман Панин. Закончив в ГИК, Куравлев устроился в театр-студию киноактера. Дружба и сотрудничество с Василием Шукшиным продолжились, сразу после выпуска из ВГИКа, они оба снялись в фильме «Когда деревья были большими». В 1964 году Леонид принял участие в трех кинолентах, две из которых были детищами Шукшина. Именно эти картины сделали друзей знаменитыми, живет такой парень и ваш сын и брат. В 1967 году актер снялся в первом советском фильме ужасов, успех Вии был оглушительным, а тандем Леонида Куравлева и Натальи Варлей – удачным. В фильме «Золотой теленок» партнерами киноактера на съемочной площадке становятся Сергей Юрский, Евгений Встигнеев и Зиновий Герт. Роль Шуры Балаганова стала большой удачей для него родная стихия и легенды советского кино, комедии. В этом жанре Куравлев сыграл больше всего ролей. Сотрудничество с режиссером Леонидом Гайдаем принесло артисту всесоюзную известность. В творческой биографии Леонида Куравлева наступили кардинальные изменения благодаря сотрудничеству с этим легендарным режиссером. Удавались артисту и отрицательные роли, Сорокина в фильме «Неподсуден», Айсмана в телесериале «17 мгновений весны». Режиссеры нередко предлагали Куравлеву роли милицейских и военных начальников. Зрители помнят, что Леонид Вячеславович сыграл генерала в гангстерской саге «Бригада», в том же звании появился в драме «Европейский конвой», но в сериале «Сыщики» уже исполнил роль полковника уголовного розыска Лютикова, а в телесериале «Улицы разбитых фонарей» полковника Ершова. Всего с 1958 по 2009 год Куравлев исполнил роли в более чем в двухстах фильмах. Особенно яркими стали его работы совместно с Василием Шукшиным, Леонидом Гайдаем и Георгием Данилием. Роль Афанасия Борщева в фильме «Афония», блестящий образ Жоржа Милославского в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», Володьки Заветушкина в комедии «Не может быть», а также Миши Дятлова в фильме «Самое обаятельное и привлекательное» сделали Куравлева всесоюзным любимцем, а реплики его героев разошлись на цитаты. Помимо съемок, в фильмах Леонид Вячеславович озвучивал анимационные фильмы. Леонид Куравлев всю жизнь любил одну женщину, жену Нину, преподавателя английского языка, с которой они прожили вместе 52 года, познакомились на катке, когда Леониду было 16, а Нине 13 дочь Екатерина, психотерапевт, в прошлом актриса, окончила Щукинское училище, снялась в комедии «Самая обаятельная и привлекательная», занималась дубляжом, сын Василий, назван в честь режиссера Василия Шукшина, окончил Московский автодорожный институт, кандидат экономических наук, с 2004 года работает в Российском университете дружбы народов. Сегодня Леонид Куравлев, легенда советского кино обладатель Ордена за заслуги перед Отечеством четвертой степени, за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, Ордена Знак Почета, звание Народный и Заслуженный Артист РСФСР. Звезда Леонида Куравлева установлена на аллее актерской славы в Выборге. Скульптура героя Леонида Куравлева, слесарей с кинофильма «Афония», была установлена в 2010 году в Ярославле. Дорогие друзья, я благодарю вас за поддержку и внимание, за лайки и комментарии. Всем крепкого здоровья, удачи и оптимизма.